10-летняя девочка пропала в Нижегородской области. На поиски маленькой Маши Корякиной в Кстове были брошены силы и полиции, и волонтеров, и просто неравнодушных граждан. Как сообщают родители, утром Маша ушла гулять и не вернулась. Вчера в 2 часа я была на работе, но Маша пошла погулять. Я пришла с работы 7:30, ее нет. Ну, думаю, ну, сейчас погуляет до 8 придет. Обычно она слушается, приходит вовремя. Это не пришла. Мы обошли с ее мамой все дворы ближайшие. Вот. Детей практически не было на площадках никого. Целый день все не ищет, ее никто ее нигде не видел. Никто. Опрашивали район, опрашивали эти 2 магазина, полиция. Никто ее не видел. Мне кажется, она с кем-то просто ушла. Просто ребенок доброжелательный, такой доверчивый. Возможно, кто-то, может, ее увел, может, чем-то заманил. Кто-то ее похитил, кто-то воспользовался ее доверчивостью, что она добрая. Естественно, будем искать и надеемся, что все нормально, найдется она. Я прошу вас, пожалуйста, помогите, если кто-то ее видел.